трибунах. Отдача. Удар! И мяч летает в сетку ворот. Отсрочили, но буквально на 20-30 секунд футболисты махачкалинского клуба этот пропущенный мяч. Лишь 3 минуты прошло с начала встречи. И Денис Тумасян открывает счет. Потрясает сейчас руками футболист, который еще в прошлом сезоне выступал за Урал. И который, кстати, играл против своей бывшей команды, будучи в аренде в Уфе. Потому что в его контракте был такой пункт, что за 1 миллион рублей он имеет право встретиться с Уралом. Что, собственно, и произошло. Да, именно Тумасян является автором забитого мяча. Сейчас защитники не помогли Помазану, а тот не стал выпрыгивать, не стал выбегать с линии ворот. И в итоге, оставшись на этой самой линии, выручить свою команду не смог. Сейчас очень переживает Давид Юрченко, который не приехал в Уфу. Команде, в гости к команде, к которой он, собственно, и принадлежит. У него тоже в контракте есть такой пункт по итогам реализации.